Всем привет, дорогие друзья, подписчики и гости моего канала. С вами Хоакин, и я рад приветствовать вас на своем игровом канале. Ребят, многие из вас уже прошли игру Sons of the Forest и знают все возможные секреты в игре, но кто-то, ребят, возможно, не знает, что радио, которое находится на побережье, можно взять. Но взять мы можем не мы сами, а в этом деле нам поможет Келвин. Для этого всего лишь нужно попросить его взять этот предмет и идти за нами. На что Келвин соглашается очень охотно. Вот, ребят, смотрите. И теперь мы можем вместе с ним, с Келвином, с радиоприемником бродить по побережью и по этим локациям. Мы можем, ребят, наслаждаться музыкой в присутствии Келвина и Вирджинии. Вирджинии музыка очень нравится. Но, ребят, хочу сразу предупредить, что существуют определенные нюансы. При переноске радио Келвин часто его теряет. И даже если мы дотащим радио до базы, то положить мы его не сможем. Оно просто-напросто исчезает. Я читал в Стиме, очень многие игроки писали обращение к разработчикам, чтобы они это пофиксили. И я надеюсь, что разработчики нас услышат и поправят это недоразумение. И в дальнейшем мы сможем спокойно переносить радио, ложить его где нам вздумается и, конечно же, слушать его. А пока давайте насладимся танцем Вирджинии. Ну а с вами был Хоакин. Подписывайтесь на мой игровой канал, ставьте лайк. Будем и дальше проходить, смотреть разные интересные игры. Всем пока и до новых встреч. Пока-пока!